Утром 25 января криминалисты и следователи регионального следственного комитета выехали в Зато Озерной Балаговского района. Накануне здесь, с крыши многоэтажного жилого дома, ледяная глыба упала на 8-летнюю школьницу. С тяжелыми травмами девочка экстренно доставлена в больницу. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области организовано проведение доследственной проверки. На место происшествия с целью установления всех обстоятельств случившего выехали следователи следственного отдела, криминалисты регионального следственного комитета и сотрудники полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. По нашим данным, состояние травмированной снежной глыбой девочки тяжелое. Еще раз, уважаемые земляки, напоминаем вам о бдительности. Повышение температуры повышает риск падения снега и наледи с крыш на тротуары и припаркованные машины. Будьте предельно внимательны и осторожны.